Всем привет! Это снова с вами клан мастера Маня и Кирилл. И это уже второй наш вот кейс. Первый был вообще очень-очень-очень прикольный. Это у нас месяц, не знаю, не помню, опять октябрь-ноябрь. Это беспредел. Вот. Не знаю, что у нас там получится. Сейчас мы вам все покажем. Снова оранжевый мы взяли, обратите внимание, да. Это самый дорогой по себестоимости. Самый, не знаю, на мой взгляд, выгодный. Сейчас буду тут отклупывать вот эти штучки, которыми нам тут залепили. Нет, драть ничего не надо. Я всегда очень скрупулезно все это, не знаю, открываю. Ну да, мне тут уже, видите, поспособствовали, даже выдали ножнички. Что-то как-то первая коробочка была проще заклеена. Это как-то прям совсем залепили от души, но это хорошо. Спасибо. Нет, о боже, я увидела спойлер. Ну это боже. Нет, черт. Ну хватит подглядывать-то. Все, ладно. Так, ну, кепочка. Вот такая у нас, собственно, надеюсь, вы узнали, это почток. Такая вот она обычная, на липучечке. Вот. Бейсболочка наша, да, не знаю. Я, конечно, ну не то чтобы не фанат, но летом туда удобно убирать волосы, когда идешь купаться. Вот, это так. Я в кепочке последний раз ходил лет, наверное, 10 назад. Ой, мамонты, не позорься вообще, а то люди подумают, что каких-нибудь пенсионеров этот стрим пишет. Вот, в общем, вот такая вот. Скрипят. Вот опять встань. Вот такая вот. Прикольно. Так, тащу что-то, не знаю, тащу. Ой. Что это? Ой. Ой. А? Тревор. Сумочка. Да. Сумочка. Мы GTA там 5. Возим мед. Кстати, да, вот с такими закрывашечками. И спасаем Хайзенберга. Много всяких кармашков с вот такими для ручек и для всего. И что у нас там еще есть? Здесь, правда, одно отделение, ручка, собственно, в комплекте. Потом можете... Оторванная ручка. Да, почему оторванная? Ну, кстати, она не промокнет. Да, это холщовка. Не, ну она... Холщовка совсем такая, да? Да, самая. Не, ну здесь она такая, внутри она, видишь, какая? Классно. Это классно. Ну, это, я так помню, какая-то клеёночка. Ну, что-то такое. И имитация кожи зала, не знаю, что, ну, кстати, здорово. Это для ручек отделения. А я здесь пытался залезть. Нет, это, не знаю, проездной, там, может быть, что-нибудь еще там, не знаю, захотите, посмотрите. У него довольно, кстати, ну, нормальное такое дно. То есть, если, не знаю, вы ищете... Во-первых, влезет формат А4, всякие папки, там, не знаю, тетрадки, учебники. Ну, не сказать, что с фанатизмом, но нормально. И для учебы нормально, и просто куда-то что-нибудь, так прикольно, стильненько, такой вот принт прикольный. Мне нравится. Тревор. Так. Ой, не знаю, что тащу. Ух ты. Ух ты, ух ты. Это Watch Dogs. Да, вот такой вот он сейчас очень модно делать из-за всяких переработанных материалов, типа бережем природу, мать нашу. Вот. Мать вашу. Да, перестань. Вот, такие. Сейчас, такая ручечка. И, кстати, очень люблю такую классную желтую бумагу. Не знаю, на ней так приятно писать. Он нормально, топ листочков очень даже прилично. На резиночке с такими вот штучками модной. И вот такая ручка. У меня опять все отняли. Вот такая вот она симпотная. Кстати, удобно держать. Здесь не скользит. И знаете что? Всегда, я не знаю, как у вас, я почему-то, когда много пишу, испытываю дискомфорт. Вот даже смайлики пошли в обиход. Потому что рука, знаете, она соскальзывает, потеет по пластику. А это у нас такая переработанная бумажка. Да, очень-очень так вот прикольно, здорово. Удобно очень держать. Хороший диаметр, кстати. Классно. Держи. Следующий лот нашей программы. Ой, боюсь, что у нас там. О, ребятушки, это кулончик GTA 5. Знаю, там были рарочки серебряные, но вот нам, по-моему, не прифартило все-таки, хотя, в общем-то, коробочка только началась, почему бы и нет. Второй? Не будем каркать, да.
Вот, такой вот он симпотный. Очень, кстати, детализация классная. Да, мы вот спорили, кому достанется вот такой вот кулончик. Вот, ну, я готова уступить. Отлично, давай. Я в прошлый раз отжала, дай сюда. В прошлый раз я отжала. Кстати, обратите внимание, задничек тоже очень симпатичный. На таком вот шнурочке. Такая гравировочка, прям все так трогательно. Вот. Фокус. Вот, прикольно. Ну, кстати, так увесисто. И вот на таком вот, да, шнурочек. Ну, он такой. Может быть, немножко будет царапать. Хотя, хорошо. Он прочный, кстати, он прочный. Это здорово. А то иногда бывают такие фу-фу-фу. Если я отшила от нашей программы, не подглядывай. Не подглядывай, я пытаюсь. Да, боже. Так, что отломано? Нет, ничего не отломано. Но мы уже все время ржем, когда эту фигурку. Ну сколько у всех смотрели стримов у ребят очень часто, они ломаные, но тут прям классно. Это GTA. GTA. Сбитый, еще так прям вот главное не проломить ничего, пол к соседям. Там. Главное, что стол не сложился. Ну, в пару к нашему Стиву из Майнкрафта. Да, Стив, где он? Сейчас он... Он, кстати, заметьте, у Стива более квадратная, собственно, голова. Ну, как и должна быть. Вот. И увесистая кирка. И вот и кирка прям дыж-дыж-дыж. Так, все. Заиграли. Вот, в общем, вот так вот. Так, что у нас там дальше? Нет, бить будет. Ребята, это футболка, ребята, болейте за меня, пожалуйста. Она да, хотела боже. Мафию. Да, боже. Мне почему-то до безумия, мне так нравится эта картинка, я не могу... Ну, я вообще, в принципе, открою страшный секрет, я по образованию историк, палево, да. О, боже, очень классно, и я так люблю все вот эти ретро-темы, они прям, не знаю, заставляют меня плакать. Вот, ну, классно, кстати, мы XS-очку взяли, не знаю, чем дело кончится, я девушка миниатюрная, ну, в общем, вам потом покажем. Да, техничная. Вот, прикольный принт, не отстирается он у вас ни с первого, ни с второго, ни с десятого, я думаю, даже не с 20-го раза. Очень-очень. Ну, мы постираем, попробуем. Да, мы, в общем, все покажем. Вот, вот такая вот. Ой, я так рада, боже. Вообще здорово, очень здорово. Следующий лот, все, я могу, пока меня там отпускает, не знаю, не глядя, тащу. А, это магнитик. Это у нас Тревор. Это у нас GTA 5. Грязный, вечно заблеванный Тревор. Легенда уже. Вот такой вот он прикольный. Ты зачем мне чуть руку не сломал? Вот, ну, кстати, он такой прям... Ой, извините, что-то... Их почему-то очень хочется мять, я не знаю. Вот он, у него немножко срединка, знаете, так проседает, он прикольный. Куда-нибудь мы обязательно приплюмкаем, не знаю, покажем вам потом. Прикольно. Следующий лот. Не подглядываю. Что-то еще не знаю. О, это снова, кстати, GTA, ребятки. Это... Визитный для карточек. Держатель, да, для карточек. И, ну, я не знаю, для проездного, почему сразу для карточек-то. Ну да, вот. Метрошная карточка. Она, конечно, тоненькая, но довольно нормальная такая спайка. И классическая обложечка GTA 5. Такая классная, насыщенная. Да, где у нас там фокус? Сейчас мне Кьюб поможет. Вот, у нас пока очень... Вот что-то снова тащу, ребят. Еще один магнитик, товарищи. Это мафия. Это, да, это тоже просто легенд. Да. Потрясно. Тоже вот он такой. Ну, они одинаковые по диаметру. Ой, я что-то... Я не могу их отодрать. А, ладно, нет, могу. Вот, они одинаковые по диаметру какие-то, не пухляши. Такие вот милые. Вот. Что у нас еще есть? Что-то еще не знаю. Опа. Вот, уже все запихнули. Ну, вы поняли. Это у нас... Вэдждог. Да, это у нас Вэдждог. И такой вот
Прищепочка. Да. Как называется-то? Да. Что это? О, не прищепочка. Все. Такая значок. Булавка прикольная, да. Клевый значок. Такой. Так, ну, у нас штора. Мы все значки вешаем на шторы. Да, мы коллекционируем почему-то там. И мне кажется, когда-нибудь у нас шторы просто оборвутся. С карнизом. Что... Да. И со стеной. Это будет прекрасный повод сделать ремонт, черт возьми. Вот, так что у нас много-много коллекций всего-всего там. Скорее бы сломалось. Давай все перестань. Так. Не знаю, что тащу, Не подглядывай. Ой, ребятки. Ой, я догадываюсь, это мечта. Подожди, не факт. Я, кажется, знаю, что это. Боже, у меня Кирюха так хотел. Ну да, мечты сбываются, Газпром. Да. Вот, это знаменитая портмоне. GTA 5. Потрачено. Да. Так, как бы так сделать, чтобы вам видно-то было всем? Давай, показывай. Да, вот. Как раз блестит. Классно. Отлично. Классно блестит. Ну, кстати. Логотипчик Loot Case, обратите внимание. Да. Да, очень стильно, на мой взгляд, смотрится. Не знаю, прикольно. Такая вот штучка. Кстати, он прикольный на ощупь. Потрогай. Да, все. Такое вот портмоне. Кстати, довольно неплохое количество кармашков на всякие карточки или там, я не знаю, вообще на все, что только можно. И... Ну, да, тогда здесь вот еще два сразу отделения вот своего таких вот. Кошелечка запихни. Кошельки, как известно, без денег не дарят. Да. Поэтому, поскольку это подарок себе самому, да, нужно срочно запихнуть туда деньги. Понять? Вот, все. А, ну и проездной. Кстати, обратите внимание, да, очень классно. Не влазит. Не влезет, но ничего, мы вот так запихнем. Ну, в принципе, да. Вот. Все, у нас кругом потрачено. Цец. Вот. Что у нас там еще есть? О, ребятушки, не знаю, что это. Наверное, кружечка. Может, что-нибудь еще? Может, мы о чем-нибудь вообще не знаем? Снова красная сердцевина. Это уже знак качества. У нас первая кружечка тоже была такая. И, судя по всему, это мафия. Ого, да. Круто. Очень красивая такая, прям, знаете, хардкор. Авария с перестрелкой, и, боже, какой же классный принт, я не могу, очень классный. Тогда начнем кино. Да, целая отдельная, не знаю, не то что прям сцена, не вообще это замечательно. Мафия вторая. Круто. Да. Мэйден Чин. Да, конечно. Нет, ну все, может быть, но почему-то нет. Кажется, я сломал стол. Так, нет, отставить. Не стала не ломать. Я снова вытащила целую партию наклеек. Ну, давайте будем тематически. Значит, ну, радио Лос-Сантос, думаю, узнали все. Это у нас тоже снова уходит в GTA 5. Это у нас Watch Dogs. И вот это у нас снова мафия. Кстати, принт такой же, как на футболке. Очень-очень прикольный. А это у нас два главных героя этой истории. Да, Вита и Джо. Вита и Джо, да. Да, вот такие у нас классные, брутальные мены. Прям, не знаю, обожаю. Так здорово все это было. Эпоха, ребят, такой дух. Я думаю, те, кто играл со мной, согласятся. Ну, а те, кому не понравилось, ну, может быть, это просто не ваша игра. Не доросли. Перестань. Далее, это, если не ошибаюсь, нет. Ну, в общем, традиционно у нас, во-первых, что-то у нас на Combat Arms было, не знаю что, какие-то промокоды. Вот. Да, без понятия, что за игра. Вот, но мы в это не играем. Или, ну, просто не знаем. Стандартный лут-кейсовский промчик. Вот, и напоследок большой постер. Угу. Сисочками. GTA 5, таким быть. Вот, это снова GTA-шечка, их традиционная девушка. Обложечка вот такая вот, Вот, и обратите внимание, их приложение iPhone. Да. Качайте на мобильный, устанавливайте, можете именной номер в игре сделать очень-очень-очень прикольно. Вот. Да. Ну, кстати, классно. Вот такой вот наборчик.
Все? Это у нас, да, к сожалению, на этот раз это снова все. Снова у нас достижение открыто, оранжевый кейс. Вот так вот. Так, примерочка. Вот она, футболочка. На сисочке еле-еле нарезала. Отстань. Вот, в общем, со скрипом я дрища, отстань. Представить вообще, тянуть руки. Теперь ты крутись. Я дрища, на мне тут все болтается, а здесь ничего не лезет. Так что вот, вот. Это самый маленький, ребят, женский, 44-й размер. XS? Да. 42-44. Да. Почему? Ну тут я даже не знаю. Можешь подойти боком, сюда, ближе, показать. Не пойду. Вот, и в общем, толстовку, слава богу, что не толстовка. Толстовку, наверное, надо было брать на размер больше, если бы не брать. Вот. Будем знать. Не, ну она тянется же. Не, ну я. Да, кстати, она очень приятная, кстати, ткань прям. Очень здорово. Вот. Все, отлично. Все. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы вас любим. Думаю, еще будем много всего заказывать. Смотрите. Пока-пока.